А в Томске серьезный пожар. Ранним утром загорелся торговый центр. Площадь возгорания более 600 квадратных метров. В тушении участвовали 110 человек и 29 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось только спустя 5 часов. Все из-за того, что второй этаж был построен из дерева. Кроме того, там было очень много легковоспламеняющихся материалов. Это уже второй подобный пожар в Томске. За несколько дней в пятницу пожарные тушили практически такое же здание. Площадь пожара тогда составила также 600 квадратных метров. И боролись с огнем сотрудники МЧС тоже около 5 часов.